Друзья, всем здравствуйте! Меня зовут Карина и добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео я хочу вам показать мои новинки от Daniel Smith, рассказать свое мнение о них. Это самое главное примечание, это будет именно мое мнение. И потестить с вами вот эту дот-карту, которую мне прислали вместе с вот этим набором. Из всего этого новая вот эта краска. Остальные я выложила для полноты картины. Давайте начнем с вами с набора. Вот этот набор Daniel Smith называется Blue. То есть тут многие оттенки синего. Из коллекции Daniel Smith он содержит 6 заполненных кюветок и 9 пустых кюветок. Мне это очень понравилось, так как у меня, как вы могли заметить, уже есть Daniel Smith в тубах, и будет очень удобно заливать в эти пустые кюветки. Вот находится вот такой коробочке. Тут есть по бокам описание цветов, как они называются. И сзади написано, что Daniel Smith это уникальный, где он производится и так далее. Тут на английском и на французском языке. Кстати, я очень удивилась, когда увидела французский язык. Ну, я начала переводить, такая, опачки, это не английский. Вот, давайте посмотрим внутри. Я уже честно его потестила, но тем не менее, хотелось мне вам показать. Вот эта карточка была приклеена к набору. Тут написано, что я уникален, то есть набор. Если дословно все переводить, написано, что все цвета внутри изготовлены с максимальной нагрузкой пигмента, вливаются вручную и высушиваются до определенного уровня удержания воды. Вы можете заметить, что некоторые цвета могут немного оттянуться от боков или угла и иметь округлость них. Это нормально для нашего наливаемого вручную продукта. Убедитесь, что каждая кюветка прошла множество строгих процессов контроля качества и проходит только в том случае, если она соответствует нашим строгим стандартам как по объему, так и по плотности, независимо от конечной формы. Да, я честно сидела это переводила, некоторые просто слова мне были не знакомы, но как оно есть. Тут также имеется вот такая штучка. Это описание каждого набора, который есть на данный момент или на тот момент, когда был выпущен этот набор. Тут есть разные флора, скетчи, там землистые наборы. Вот. Ну, мне больше, если честно, всего, когда я тут читала и смотрела, понравился как раз набор Blue. Это была коллаборация вот этой художницы Джули Ан Карлсон. Я, кстати, залезла в ее инстаграм, посмотрела. Она, наверное, больше пейзажистка. Но она активно рекламирует Daniel Smith. И хорошая работа. Вот. И вот, как мне кажется, набор Blue это самый удачный из всех наборов. Тут почти все цвета очень полезны. Давайте покажу вам, что внутри. Первый раз, когда я открывала, я тянула за вот эту штучку. И оно не открывается. Вот, ребята, я с натугом фактически это пытаюсь сделать, но никак. Поэтому, если что, открывать вот с боков. Вот он набор. Он прикрыт вот такой пластиковой, полупластиковой штучкой. И вот так вот он выглядит. Да, я, конечно, его немножко поюзала, но тем не менее. Он, если честно, разной наполненности. Вот этот цвет это садолит. Он тут больше, чем остальных оттенков содержится.
Я уже сделала выкраску и хочу сразу вам показать, чтобы долго не затягивать это. Вот она выкраска. Выкраска прям ровно соответствует тому, как расположены кюветки. Первое это Sleeping Beauty. Это, наверное, такой бирюзовый, да, бирюзовый оттенок. Довольно прикольный, но при размытии тяжело. Такое чувство, как будто туда много белил добавили. Дальше Цирулю. Мне кажется, он вообще в представлении не нуждается, так как он есть и в белых ночах. Кстати, я сделала одну штучку, потом я вам покажу. Lunar Blue. Ну, Lunar уникальный оттенок. Чем больше воды, тем больше грануляция. Все это знают. Вот так вот поближе. Далее индиго. Просто божественный цвет. Вот не дать не взять. Не знаю, как на камеру видно это или не видно. Но очень красивый. Садолит. Тоже очень хороший оттенок. Имеет довольно сильную грануляцию. И Painless Blue Grey. Мои впечатления во всех этих оттенках я вам расскажу чуть-чуть попозже. Вот так вот, в принципе, выглядит выкраска. Мне кажется, очень хорошо подобрали. Единственное, как всегда, ложка дегтя. Sleeping и Cerulean, они вот явно как будто там очень много белил, и их тяжело размывать. Плюс ко всему, ну, в раскрасках эти цвета, ну, у меня не сильно идут. К тому же вот Cerulean, это, конечно, отдельная история. Ну, да ладно. Вот, в принципе, вот такой набор. Далее. Еще два новых оттенка. Это Moonglow и Гематит Violet. Очень классные цвета. Сейчас я вам тоже покажу выкраску на эти два цвета. Вот так они выглядят. Это Moonglow. Не знаю, с какого вам ракурса показывать. Наверное, вот так. Он имеет несколько оттенков. Тут он переходит из голубого в розовый, в фиолетовый. Очень красиво смотрится. А это гематит. Валит. Он тоже очень прикольный. Хотя не для всех работ он, конечно, подойдет, но смотрится классно. Он имеет такой светло-коричневый, черный и персиковый оттенок. Очень прикольный. Вот так. Далее. Мое величайшее наблюдение. Специально делала это для вас. Надеюсь, это кому-то будет полезным. Это из тех оттенков Daniel Smith, которые у меня есть и которые хотя бы приблизительно цвета соответствуют других наборах, я сделала вот такую выкраску. Она, кстати, довольно меня поразила. Сейчас объясню, чем. Индиго. Индиго в Daniel Smith, в белых ночах и в Vista Artista. Они вообще все кардинально отличаются. Я, если честно, очень удивилась. Обычно я крашу белыми ночами индиго. Вот, если приблизить. Но они все просто абсолютно разные, и один не похож на другой. Поэтому это прикольно. Серые оттенки от Daniel Smith. Белые ночи. Знаете, какую я фишечку заметила? Тут написано Painless Blue Grey и Painless просто Grey. Ну, серая Пейна. Painless Blue Grey и Painless
Пейн и Грей, они кардинально отличаются, потому что в этом оттенке гораздо больше синего, чем в самом блю. Это, кстати, даже можно подтвердить по большой выкраске, которая у меня есть. Видите, это Пейн и Грей, и вот тут вот прям четко видны синие оттенки. А в блю их вообще нету, вот совсем. И она очень соответствует белым ночам серая Пейна. Вот они очень похожи, прям я бы сказала, даже родственники, если бы их вместе я вот так вот залила. Еще одно интересное наблюдение. Садолит – это такое чувство, как будто Индиго из Дэниел Смит. Знаете почему? Потому что вот тут есть такой маленький кусочек, который не гранулировал с водой. И я так смотрю, а они прям просто один в один цвет идет. И я думаю, если бы тут не было грануляции, это была бы индиго вот в чистом виде. Ну, это так мои наблюдения. Далее. Церулиум, то, что я говорила, от Дэниел Смит и Белых ночей. Вот один в один. Если я закрою надпись, вы не сможете различить, где какой находится, потому что они настолько одинаковые. И мне кажется, нет смысла, если что, в Дэниел Смит тратить такие деньги, проще уж купить Белые ночи. Индотеровый синий у меня есть и в Белых ночах, и в Дэниеле. Дэниел Смите, он при большом количестве воды очень похож на Белые ночи. Вот тут, если смотреть. А при более плотном нанесении он имеет такой прикольный фиолетовый оттенок. Мне очень понравился. Надеюсь, вам это видно. Но и в Белых ночах он также очень красиво смотрится. И последний бирюзовый. Это я тут, конечно, немножечко ошиблась, но для себя сделала один интересный вывод. Кобальт бирюзовых от Белых ночей очень классный цвет. Мне его прислала Лена на пробы, и я как-то так немножко, не знаю, забросила его. Вроде сделала выкраску красиво-красиво и не пользовалась им. А вот тут, когда сделала вот эту большую выкраску, я поняла, насколько он классный. Хоть в нем содержится довольно большое количество белил, как и в церулиуме, и в красках от Дэниел Смит, тех, о которых я вам говорила, но, честно, очень классно смотрится. Вот прям для подсветки это идеальный оттенок. Бирюза, наверное, он все-таки будет идти для именно вот этот оттенок для более чего-то приглушенного. Я пока не знаю, но посмотрим. Фух, вот такая выкраска. Надеюсь, она была кому-то полезна, потому что я очень постаралась. Я не знаю, может, вам фотографию сделать и выставить видео. Может, так более еще будет полезнее. Ну и давайте приступим с вами к выкраске дот-карта. Это дот-карта, если что, из набора Джин Хейнс. Я, если честно, не узнавала про него ничего такого. Но давайте просто сделаем выкраску и посмотрим красивые цвета.
друзья, выкраска у нас немного подсохла, и давайте о впечатлениях. Сейчас поближе вам поднесу. Вот этот yellow оттенок, в принципе, неплохой. Желтый такой хороший. Red gold, красное золото, ну, не знаю. Оранжевый просто в чистом виде, похоже. Magenta, неплохой, довольно такой розово-бордовый, я бы сказала, имеет оттенок. Дальше, Tall Blue, это хороший синий оттенок. Если честно, мне больше нечего про него сказать. Pain вы уже видели много раз у меня. Вот этот я вообще не поняла оттенок, оранж. Он должен гранулировать, но грануляции я вообще никакой не наблюдаю. Хотя я еще потом немножечко после того, как камера выключилась, налила воды в него. Грануляции нет совсем. Moon Glow, ну, понятно. Каскад тоже очень интересный. Вот апатит очень, очень даже прикольный. Он сам по себе темный, но грануляцию имеет вот такой салатневый оттенок. Вот этот зеленый, если честно, я его не до конца поняла. Он сам такое чувство размывается очень грязно и дает такой болотистый оттенок. Простите за выражение, как будто кого-то стошнило. Правда. Не к столу будет сказано и вообще не к раскрашиванию, но ладно. Иридесцентный. Ну, он имеет сияшечку, блестки. Но, если честно, от Ван Гога интерферентный синий гораздо круче смотрится, чем вот этот иридесцентный. Дальше аметист, он тоже имеет сияшечку, смотрится и сам по себе, и без нее довольно красиво. Лунар Блю, понятно, все тут. Ультрамарин мне вообще не понравился, и он тоже, кстати, должен идти грануляции какой-то, но я ее тут не наблюдаю от слова совсем. Yellow, вот этот оттенок, он, наверное, очень даже кислотный неоновый, я не знаю, в какие работы он подойдет, но точно не в мою. Дальше, Orange, Opera Pink. Имеет такой, знаете, кислотно-розовый оттенок, в принципе, как и вот этот yellow. Должна иметь какую-то грануляцию, но я ее также не наблюдаю. И серпантин. Очень-очень-очень классный оттенок. Имеет коричневый с таким зеленым осадком. Окантовку. Из всего этого, наверное, мне больше всего понравилось из того, что у меня нету, это аметист, он правда очень красивый, и серпантин. А вот эти цвета, оранж, пинк, ультрамарин, yellow, иридесцентный, green, оранж, фтал, red и Azo Yellow я бы не советовала. Ну, я в этих цветах не крашу, во-первых, а во-вторых, но у них нету ничего такого особенного. Вот так вот. Но это снова только мое мнение. Надеюсь, вам было интересно такое видео. Смотрите меня, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, мне будет очень приятно. Всех вас люблю. Пока-пока.